Ответь мне, дитя мое, что еще мне такое дать, чтобы ты не любила зло? Ты сияющий, словно снег, и омытый в моей крови, снова в грязный и топкий грех направляешь свои шаги. Ты идешь, но рыдаешь сам. А я слышу стон. Оглянись на меня, я дам мой могущественный весон, и тебя подниму опять на небесную высоту. Только что же еще мне дать, чтоб ты не был потом в аду, чтоб ты не был потом в аду. Я Господь, сотворивший мир, я создал на земле тебя. Я хотел, чтоб ты вечно жил на свободе, а не в цепях. Но когда-то твой праотец был за легкость наказан злом, и утратили вы венец, и покинули вечный дом. С той поры на большой земле мало было добра в сердцах, и рождение было в зле, и вся жизнь — это боль и страх. Люди думали, как могли, каждый свой выбирая смысл. И тогда для сынов земли дал Господь неземную жизнь, дал Господь неземную жизнь. В этой жизни нашли покой миллионы разбитых душ. Эта жизнь потекла рекой для запросов людских и нужд. Кровь страдания и скорбей отменяет слепую жизнь, погружая простых людей глубочайшую Божью мысль. Путь, ведущий в небесный дом, полон терния и скорбей. Но ни ветром и ни дождем не сотрутся Христа следы. Он бессилие кровью смыл, он бессилие кровью смыл. Что же дать мне такое тем, кто еще не имеет сил, кто еще не имеет сил? Я отдал для людей Христа, обнищавшего ради них, чтобы крайняя нищета стала больше богатств земных. Твой Господь побеждает зло, открываясь в любви своей. Так бери же, дитя мое, руки веры простри скорей. Так бери же, дитя мое, руки веры простри скорей. Сколько раз мне тебя прощать? Ответь мне, дитя мое.